Здравствуйте! Сегодня хочу попробовать сделать, ну, показать, как делать веревочный недоуздок. Значит, по размерам. Есть размер для жеребят, но если кого-то заинтересует, я могу... Да я, наверное, все размеры выложу в итоге на листочке просто. Сейчас я буду делать на среднюю лошадь, ну, как бы на свою. Размер будет коп. Есть размер full, это на большую голову. Я все размеры выложу в конце видео на листочке. Я сегодня буду делать на среднюю голову. Для этого мне понадобится 6 метров 70 сантиметров веревки, ножницы, маркер. Кстати, желательно темный, я что-то не нашла. Лента измерительная, линейка, зажигалка. Как бы вроде больше ничего и не нужно. Ну, думаю, приступим. Значит, веревочку мы опаливаем край. Измеряем. Первый отрезок у нас должен быть 90 сантиметров. Беру маркер и отмечаю это место. Так, вот отметила. Беру остальную веревку, перекидываю через руку и протягиваю в образовавшуюся петлю. Самое сложное в этих недоуздках — это вязать узлы. Это как бы еще ерунда, но дальше будет хуже. Именно где вот пометочка наша, мы здесь завязываем узел. Сильно не затягиваем, потому что мы через эти узлы потом будем в обратную сторону проходить, чтобы нам там зубами как-нибудь не разделывать это все дело. Так, следующий отрезок у нас 22,5 сантиметра. Очень удобны такие недоуздки для тех, кто держит много лошадей. Это на каждого купи, да еще рвут постоянно. А тут купил эту веревку. 15 минут, и недоуздок готов. Очень прочный, удобный. С петлей под карабин. Так, также завязываю узел. Следующий отрезок. Этот был у нас 22,5 сантиметра. Следующий 25 сантиметров. И также завязываем узелок. Так, следующий размер у нас 82,5 сантиметра. Так, следующий отрезок у нас 25 сантиметров. Здесь узел будет другой, не такой, как предыдущие. Мы складываем веревку пополам и завязываем петлю. Этот узелок нам понадобится для того, чтобы завязывать затылочный ремень недоуздка. Делаем петлю. Не надо сильно большую. Следующий отрезок у нас будет 25 сантиметров.
нас был вот этот узелок, петелечка, короткий отрезочек. И следующий у нас длинный был отрезок, который был 82,5 сантиметра. Мы ищем его узелок и прикладываем к нашей пометке, которая сейчас у нас была. Распускаем немного узелок. Чтобы было вот так. И ищем конец веревки и пропускаем на себя всю веревку, которая у нас есть. Соединяем пометки, выравниваем. Так, мы берем эту веревку, перекидываем через узел. Крутится, крутится, крутится. Берем конец веревки нашей. Предыдущий узел протягиваем и в образовавшуюся петлю и протягиваем веревку. Самое сложное здесь это узлы. Так, узелочек у нас получился. Следующий отрезок, мы его не будем отмерять, он будет параллельно идти тому и соединяться вот в этом узле. Это у нас нахрапный ремень на морде у лошади. И точно так же все делаем. Расслабляем узелок, просовываем на себя, протягиваем. Выравниваем. Также перекидываем веревку. Подсовываем под низ. Надеюсь, что все видно. Подсовываем под низ и в образовавшуюся вот эту вот петлю. И протягиваем всю веревку. Вот она у нас должна получиться крестиком и здесь, и здесь. Выравниваем. Вот это у нас нахрапный ремень. Так, следующий отрезок. У нас будет 82 сантиметра. Так, сейчас главное не запутаться. Берем наше изделие. Вот у нас петля за ухом, это нахрапный ремень, и вот этот вот самая длинная веревка, которая у нас там, петля вот эта вот длинная, на той стороне, мы должны сложить их вместе вот в этом узле. На самой длинной веревке есть узелок, и мы складываем вместе этот узелок. Нашу веревку. Значит, также продеваем в узелок нашу веревку полностью до отметки. Вот они две. Перекинули. Продеваем в петельку того узла и новую, которая образовалась. И протягиваем. Вот у нас опять получилось
крест-накрест. Затягиваем. Следующий узел у нас будет 25 сантиметров. Недоуздок наш почти готов. Слаживаю недоуздок. У нас остался один узелочек. И все делаем точно так же, как и с остальными узлами. Расслабляем его. Протягиваем всю веревку до отметки, которую мы сделали в 25 сантиметров. Вот она. Опять перекидываем. Просовываем. Затягиваем. Может быть такое, что где-то что-то не совпадает, можно потом узелочек расслабить и скорректировать все. Ну вот, наш недоуздок готов. Последняя веревочка, которая у нас осталась, мы их уравниваем вместе. Они могут немножко отличаться по длине. Обрезаем. Подпаиваем край. Можно на конце сделать узелок, а можно их между собой спаять. Кому как удобно. Значит, смотрим. Это нахрап. Вот это будет подбородочный ремень. Мы здесь на лошади уже фиксируем петлю. Ну, насколько ей там для морды, сами уже определитесь. Как будет удобно. То есть вот это вот у нас на щечный ремень, это на щечный ремень, это подбородочный. Здесь мы цепляем карабин, цепляем наш чомбу. Вот так вот выглядеть будет. Это за ухом. Это наша веревочка, которая затылочный ремень идет. Мы ее тоже на лошадке фиксируем самозатягивающимся узлом. И все. Наш недоуздок готов. Ремнями вы можете отрегулировать, как вам нужно. Все узелки подтягивайте, выравнивайте. И можно заниматься с лошадкой. Если смотрите мои видео про лошадь, то там именно на таком недоуздке я занимаюсь и с таким чомбуром. Желаю успехов. У вас все получится.